17 мая в зале попечительского совета Казанского федерального университета провели мастер-класс по повышению квалификации для студентов государственного муниципального управления. Суть тренинга заключается в формировании имиджа и развитии навыка управления. Занятия для будущих коллег провели специалисты из государственных органов Республики Татарстан. Коллеги, мне очень приятно с вами встретиться. Я очень рада видеть всех вас, потому что вот мы уже, ветераны государственной службы, очень хотим, чтобы на смену нам приходили все более и более умные, образованные и очень интеллектуально развитые и, самое главное, одержимые идеей государственной службы люди. Перед встречей со спикерами студентам показали небольшой информационный и мотивационный фильм. В нем показывались особенности управления в республике, а также разнообразные идеи и стратегии по ее развитию. Все это было сделано для того, чтобы студенты получили заряд положительной энергии и почувствовали себя частью чего-то общего. Престиж государственной службы сегодня, ну, мягко выражаясь, что мы сегодня в телевизорах видим, это про милиционеров и про бандитов, да, фильмы. Значит, а вот выполнение добросовестных функций государственных муниципальных услуг, те, которые необходимо оказывать, ну, мягко выражаясь, не всегда мы видим по телевизору, и, естественно, у населения вытекает соответствующие мнение. После показа фильма в зал попечительского совета прошли спикеры. Каждый из них поприветствовал студентов и выступил с мотивационной речью. Специалисты утверждали, что эффективность власти зависит от наличия квалифицированных кадров, способных предпринимать быстрые и грамотные решения. Глеб Нигматий, Маргарита Михайлова, Универньюз.